Ребят, это резкое включение до Roblox, ребят, и я Флэш. Да, ребят, я очень любил. Я посмотрел весь сериал Флэш, и мне он так очень понравился, и я нашел в Роблоксе Тайкон. Ой, Тайкон. Ну просто, ребят, это надо увидеть. Сейчас ресет. Тут баранят, все. Стой, тут кредитки, плей. Так, кто он у нас бежит и попадает в брешь? Ладно. Сейчас буду все мастерство отыгрывать, где... так, с самого начала. Это спидстеры. Так, спидстеры. Все. Флэш, это его первоначально, это у него, это поменялась штука. Это из четвертого сезона, тоже из четвертого. Это уже, наверное, из пятого, это из четвертого. Это Джей Гаррик, это двойник. Это Флэш, это вот это Джей Гаррик. Это Хантер Золман. Двойник с земли первой. Это Джесси Квик, Харли Уэллс. Просто, короче, тоже Флэш, Кит Флэш, Оливер Флэш. Это, не помню кто, это дочь Нора, Ален XS, Тоун, как всегда, обратный Флэш, Зум, это тоже костюм кого-то, это черный Флэш, это Зум был, это Ривел, Савитар и красный Савитар, и Флэш 56-й, да, ага, 56-я земля. О, тут есть Вайб, ЦСКА, Огненный Шторм, Мороз, тоже Огненный Шторм, не знаю, да, Папа Мороз, и да, буду я, тут и Вайб есть, Алёша. Это глаза или что? А это... Ну, бокс-класс. Ну, подставной, как все, вы знаете. Все, берем спидстера. Офигеть просто. Это Оливер. Тоун закрыт. Вот Флэш. Какой-то Оливер. Ой, Тоун. Комикс. Что тут? Флэш. Земля 52-я. Не знаю, фиг его знает. А тут все закрыто, ребят. Цикадом. Понятно. Офигеть тут вообще. А, ну все, тут нету больше. Цикада, понятно, это в своем роде. Берем, ребята, обычного Флэша. Мне понравился вот такой где-то тут он. Вот такой. Погнали. Ой, как же мне нравится Флэш, ребят. Он закончился, там будет выходить Эрик. Итак, ребят, рассказываю все. Итак, не лагай, пожалуйста, алло. Так, это, короче, прыжок, вы сами понимаете. Это суперскорость. Чё так лагает? Только ж не лагал. Сейчас, ребят, отлагает. Ну, видите, как лагает. Вроде отлагало, короче. Да. Вот это суперскорость. Вот Флэш в своей красе. Это бегать по зданиям. Здание, например. Удерживайте, ребят. И он бежит. Зданию. Ой, сейчас долагает город большой. Флэш в своей красе. Бежит, зато он... А нафига я прыгал? Не знаю. Офигеть. А, он еще по воде. Я забыл. Тут можно найти Старлапс? Ой. Ладно, сделаем сдвиг. Все. Итак, следующее. Это можно убить чела. Там Флэш какой-то. А где можно, простить, сказать, где тут это?
Starlabs, я сказал. Я хочу Starlabs, если он тут есть. А, там, наверное, переписан весь Central City. Jitters! Вот это да! Тут один флеш еще. Тут переодеться в Барри Аллена быстренько. Тут Джо сидели, и все тут, короче, сидели. Барри Аллен, Ярис. Так, короче... Откроем. Ладно. Так, ребят, это убить, а это сдвиг, ребят. Видите, я очень быстро движусь и могу проходить через дома. Где Starlabs? Хочу Starlabs. Starlabs. Ну, ребят, сейчас попробую найти Starlabs. Здесь были первые тесты Барри Аллена. Давайте повторим это. Погнали! Уиху! И тут он там врезает, да. Флэш. Сейчас, из кольца. А, стойте, у меня кольцо одето? Да, вот он. Хопа, и все, взял костюмчик. Чтоб по-быстрому было. А то заметит его и раскроет его личность. Хоп. Так, это кого дом? Джо? А, нет, того, где его убили маму. Жалко, 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 жалко. Нужно бежать. Здесь все происходило, тема. Не знаю, сделали разработчик здесь кофе. Тут еще один какой-то флеш хочет выбирать, наверное. Все, ну, не нужно быть суперсильным. Нужно к семье, типа. Я могу снимать реальную жизнь, ребят, мне без разницы. Так, на втором этаже должно быть. А, тут ничего. Все, спасибо, я пошел нафиг. Вы это не видите. Я просто здесь сделал. Все, короче. Ну, где-то здесь еще Джо есть. И они были по соседке где-то. Ну, крыса, я и них не могу найти. Тут еще один флеш. Эй, флеш, давай погоняем. Я ж тебя вздерну. Видишь, я стою на месте и такой крутой. Воу, флеш против флеша. Это сенсация года. Все, ребят, нужно разыскать Starlabs. Нужно к вайбу сходить-то всем, да, ребятишкам. Так, по правде нужно разыскать, ребят. Мне очень интересно посмотреть. Я нашел Starlabs! Ура! Погнали, флеш! Так, Барри, нужно одеть костюм, как бы. Ты забыл? Ну, сейчас мы должны зайти на Starlabs. Имена, ребят. Я хочу посмотреть. Очень интересно. Ну, тут лагает, ребят. Он услышал сам. Понятно, понятно. Можно немножко не быстро. Вау. Ну вот это уже другое дело, ребят. Так, тут какой костюм стоит? А тут приодеть нельзя. Девайп. Может, они в силе скорости? Да, разработчики не смогут сделать тут. Тут, ну они... Ой. Ребят, вы ничего не видели. Просто. Сейчас двиг сделаем. Я нажал на... Даже двиг здесь не помогает. Тут что, у меня-то подавители. Ребят, кто смотрел сериал, тоже ставьте лайки. Сейчас уже попасть. Как силу... Как силу отменить? Все. Ну тут, ребят, обычно. Тут вайпс. Ну, Циско, он уже потерял силы, конечно. Лох-лох. Лох-лохом. Так, нужно зайти в хранилище времени. Интересно, добавили ли они
хранилище времени. Не очень интересно. Зайдем как Барри Аллен, а то так будет вообще. Там что-то есть. Неизвестно, что ли там уже сделали. Это, беговую дорожку. Ладно, сделаем сдвиг. Пока никто не видит. Нельзя пойти? Почему? Я же сдвиг сделал. Ладно. Вообще ничто не берет эту дверь. Ты скорее на метаподавители поставил дофига. И вот давай тут. Все? Ну, ребята, очень сильно лагает. Это прорисовка этого до здания. Ну, нужно дойти в хранилище времени, где-то он прятал все свои фишки. Я не помню по счету, какая она. Но нужно поверить каждому. Она где-то с этой стороны. Ну, если добавили еще хранилище времени. Если ее добавили, это просто пушка. Так, здесь нет. Так. Сейчас, если найду, ребят, включусь. Короче, без заново я начал, потому что я не мог выйти. Там нету хранилища времени, это жалко. Давай, Том, беги, брать бросай. И тут где-нибудь гоночки с Томом. Хотелось бы. Что? Не обращать внимания. Побуду Тоуном. Ладно. А будет все равно Барри Аллен? Нет. Я Тоун. Ладно. А будут красные молнии? Я хочу красные молнии. О, да. Нравится мне это. Ну, кто будет бегать? Эй, Флэш. Погнали! Кто с Тоуном погоняется? У него всегда вибрация включена. Ну ее как-нибудь. Итак, все, погнали, короче. Флэш так флэш. Но это не флэш, это обратный флэш. Ну тоже флэш. Это банк. Том грабит банк. Нужно найти дом. Все дома надо почистить. Где Джо Вест скрывается? Ну все, короче, ребятки. Давайте заканчивать на этом серию. Всем спасибо за просмотр. И, ребят, всем... Пока.